Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышов.
поте. Нет от счастья ключа волшебного, в мире счастья открыта дверь. Звезды жмутся к нам в танце ласково, небо хочет нам ближе стать. Лучше падать и подниматься нам, чем никогда не летать. Все умолкло, ветер стих. Звезды пледом сад укрыли. Улюбленных на двоих, улюбленных на двоих, небеса одни крылья. Звезды пледом сад укрыли, улюбленных на двоих, улюбленных на двоих, небеса одни и крылья. Все умолкло, ветер стих.
сегодня первые увидели маленький фрагмент нашей прекрасной сказки. Нам очень холодно, поэтому сегодня у нас в гостях впервые на Гумканке, на Красной площади, олимпийская чемпионка Алина Загитова. И я очень счастлива вновь открывать это чудесное сердце нашей страны. И, как всегда, мы дарим вам эту сказку в преддверии Нового года. Я благодарю Боско, благодарю Михаила Космировича и Гумкаток за эту прекрасную возможность нам здесь сегодня очутиться. Я желаю всем счастья, здоровья, верить в чудеса, готовиться к Новому году и приходить к нам на нашу сказку с 27 декабря по 7 января на Гум... Ой, да и на Гумкаток тоже, на дворец спорта Мегаспорт. Ну а теперь музыка! Нашей энергии. Где шуба?